Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Golf 2009 года выпуска, объемом 1,4 литра CAXA. Пробег двигателя составляет 87 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов. Грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег 87 944. После осмотра двигатель маркируют с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.